Всем привет! С новым днем! Я в кустах. Доброго времени суток. Строительство нового дома. По-моему, здесь будет 24 этажа. Это район Жигур. Кого интересует, смотрите. Давно здесь был заброшенный детский сад, недостроенный. Сейчас все вот в таком виде. Так высоко. Страшно смотреть туда. Человек работает. Так, грузино. Забором. Он уже станет повыше. И все увидели. Да, отсюда вот так вот виднеется. Такой вот длинный. Кто хочет приехать, welcome. Здесь вот рядышком сейчас покажу, какие дома. Стройка идет быстрыми темпами. Рядом с вами будет этот дом, если хотите здесь жить. Удобный такой спуск, и выходите на третью рабочую. Здесь кольцо третьей рабочей. Сейчас его покажу, что здесь рядом тоже строят новый торговый центр. Здесь он нужен, так как поблизости нет. Детские площадки. Такой дом. Так вот. Ориентир вот этой вот многоэтажки тоже построена не так давно. Вот перед нами торговый центр. Общественного транспорта можно быстро, комфортно доехать. Посматривайте, это там кольцо третье рабочее. Центр, который скоро уже будет развиваться строительство. Здесь вам все покажу. Когда построят, еще пойдем внутри поснимаем. Так. Кольцо третье рабочее рядом. Интересно, да, потом увидеть уже окончательно, когда достроят. Сейчас пока. Так.
немножко вниз спустилась. Хочу вам показать, что еще рядом с этим торговым центром на конце третьей рабочей. Вот Народный проспект 11. Заказываете дома поснимать. Вот один из домов. Так у нас они выглядят. Кирпичный дом. Тепло. Зимой у них даже чуть ли окна не открывают. Ну, не во всех домах такое. Такая детская площадка. Вот она. Относится к Народному проспекту 11. Это площадка. По-летнему одеты. Погода замечательная. Сейчас ни холодно, ни жарко. Как раз то, что надо для прогулок. Очень хорошо будет выходить на улицу. Так, и Народный проспект 15. Вот этот вот дом. Вот он такой. Вот здесь уже проспект Красного Знамени 121. Все дома вам покажу. Это вы любите смотреть, я так поняла. Хорошего вам настроения. Всех благ.